хочу вам рассказать про своего прадедушку Шушпанова Владимира Андреевича. Уроженец села Лизватово, Ичалкинский район, Мордовская ССР. Родился в 1916 году. В 1941 году ушел с Ленинградского завода на фронт. Был призван Тихвинским военкоматом Ленинградской области. Жестокими боями прошел всю Карелию и Финляндию. Служил в 272-й стрелковой дивизии, в 1063-м стрелковом полку. В сентябре 1941 года дивизия была направлена на оборону Петрозаводска, но после падения города дивизия была переброшена за Свирь. До 1944 года дивизия вела оборону на рубеже реки Свирь, а затем была направлена в Польшу, где приняла участие в Восточно-Померанской операции. Затем двинулась к Берлину. К сожалению, мой дедушка не дожил до победы. Он погиб в боях под Кёнигсбергом. Мои родные не знали этого, поэтому ждали и надеялись до конца. Но в 1947 году получили похоронку, в которой говорилось: «Ваш муж, солдат Шушпанов Владимир Андреевич, в боях за социалистическую родину, верный воинские присяги, проявив геройство и мужество, погиб 2 марта 1945 года». Он похоронен в селе Эльхюхтен в Померании.